Завтра новый представитель из области к нам едет. Новая метла, так? Так. Вот тут и смекни. Ну? Ну, это он меня спросит. Ну, а я ему что? Здравствуйте, Тимофей Ильич. Здорово, Семеновна. Ну, коровник я ему, конечно, показывать не стану, а вот свиноферму новую под шифером обязательно покажу. А клуб? Здравствуйте, клуб. Тимофей Ильич. Здорово, Люба. Клуб. Вон твоя самодельца, вся по кустам. Да жарко ж. Жарко. Всем жарко. Что у тебя, спят, что ли? Может, приказом приказать, чтобы они ночью спали, а не на работе? Нет, я это все прекращу. Буду по ночам патрулировать и по домам загонять. А кто это виноград-то? Не убирают. Почему? Вон корзинки валяются. Кто здесь работает? Вот, пожалуйста, Катерина. До чего она страшна стала? До чего довели ее эти бессонные ночи за доном, да по кустам? Кожа да маслы, глядеть не на что. Зачем же мне по кустам? Мне и дома на пере нехорошо. И вообще, никто не может запретить мне свою норму добрать за всю мою одинокую жизнь. Да еще в запас отлюбить, потому что Тимофеич женщина. Ну ладно, ладно. Это не материальная часть. А, с тобой только свяжись. А душевная. А я разве против любви? Но если ты своими нормами мне нормы урожая нарушишь, я за себя не отвечаю. Тут ты прав, тут твоя власть. Ничем не могу сказать. Разрешите выполнять приказ, товарищ командир? Давай, давай. Иди, работай. Да. Спасибо, Михалыч. Ну, не переживай, Тимофеич. Я и тут свое возьму. Солдатушки, брав, ребятушки, где же ваши? А что стоишь? А? Наши жены. Сходи ко вторую бригаду. Пошел я. Где наши жены? Все на меня. А мы, может, за тебя, правда, Нюрка? Ага. Да, я сама за себя постою. Слышь, Клаш, а что ты ждешь, что твой первый слово скажет? Ты ему прикажи, он же начальник, ему надоело командовать, он все ждет, кто бы им покомандовал, правда, Нюрка? Ай, правда. Войны-то они вообще безобидные. Кто им не подчиняется, тот ими и командует. Это ты учти, мам. Учи, учи, Сокури. А? Катя! Катерина! Ну что глядишь? Живо за водой! Господи, что с тобой? Дурно стало. Ну вставай потихонечку. Затупило что-то. А, сейчас пройдет. Да ничего, Клаш, ничего, все пройдет. Тихонько. Да сейчас пройдет. Сейчас полегчает. Ну, полегчало? Ой, а вот уже отступила. Вот и хорошо. Клаш, а? Что я спросить хотела? Катя. Правда? Похоже. Значит так, голова кружится. Да. Потом подташнивает. Потом запахи такие, ну всякие. Похоже. Значит, и я дождалась. Ты говорил, мою свадьбу играть будем, а мы твою раньше сыграем. А виноградинку съешь. Раз это, то не будет. Ты что думаешь? Он откажется? Да откажется, не откажется. Мне-то какая разница? Раз это, я не хочу. А о ребенке ты подумала? Ну, ты же двоих воспитала. Ему без него лучше будет. Ну, ты хоть скажешь ему? Нет. У меня теперь заботы поважнее. Все обегала, на силу нашла. Ой, хорошо. Спасибо, Нюрка. Ой, хорошо-то как девки. Ой, Катерина. Пойду, а то еще норму надо выполнить. Иди.